вечер, уважаемые гости! Сегодня наша встреча приурочена к знаменательному событию – 85-летию художественного руководителя Санкт-Петербургской академической филармонии имени Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, народного артиста СССР Юрия Хатовича Темирканова. Уважаемых артистов, на сцене заслуженный коллектив России Академический симфонический оркестр, дирижер Николай Алексеев. Слово для приветствия предоставляется руководителю администрации главы Кабардино-Балкарской республики Кадзокову Мухамеду Мартыновичу. Концерт номер один для фортепиано с оркестром. Солист Илья Папаян.
Thank you.
Концерта отключить мобильные телефоны и не аплодировать между частями произведений. Спасибо. Симфония номер 5 исполняет заслуженный коллектив России Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии имени Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Главный дирижер, народный артист России Николай Алексеев.
Я